Специалисты говорят, вода уже достаточно прогрелась и установилась благоприятная среда для обильного роста водорослей. Штормы и течения периодически прибивают их к берегу. Хоть сама по себе камка не несет никакого вреда, даже наоборот считается полезной. Тем не менее, борьба за чистоту пляжа ведется постоянно. Был шторм, выброс камки произошел, мы ее вытащили на берег. Вот сейчас у нас работает 5 единиц техники, которая собирает и увозит, чтобы завтра отдыхающие пришли и им было комфортно отдыхать. Камку с помощью специальной техники достают из воды, далее грузят в тракторы и вывозят с пляжа для дальнейшей утилизации. За чистоту на центральном пляже отвечает МУПАКУ. Работы по ликвидации водорослей специалисты предприятия проводят преимущественно в темное время суток, чтобы спецтехника не мешала отдыху жителей и гостей курорта. В этот раз с центрального пляжа вывезли порядка 250 кубометров камки и очистили более полукилометра прибрежной полосы.